Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, что принесет вам суббота. Сегодня я делаю предсказания на рунах, девочки. Ну, во-первых, какие-то будут волнения у вас по руне Наутис. Вот, даже я бы сказала, знаете, в субботу это будет такой момент, когда не все из того, что вам хочется сильно, вы получите. И тут вопрос может касаться мужчины. Хотя мужчину я вижу, в принципе, но, может быть, вы конкретно чего-то будете от него ждать и, возможно, не получите. Потому что я вижу встречу, встреча счастливая, возможно, совместная поездка куда-то на выходные. Вот. Если роман на расстоянии, то планирование встречи, скорее всего, с мужчиной. Вот. Если вы свободны, то скорее всего это знакомство, ну, причем где-то в дорожке, может быть, куда-то поедете. Да, я тут встречу или знакомство вижу 100%. А вот, но при этом переживания. Либо, может быть, мужчина задержится, не знаю, может быть, то есть какие-то будут такие нюансы. Может быть, даже какая-то обида с вашей стороны. Вот. Может быть, небольшой конфликт, но при этом все закончится замечательно. Прекрасная встреча, прекрасные чувства, отношения.